Самаре продолжается расчистка дорог от снега. За прошедшие сутки, по данным гидрометцентра, выпало 4 мм осадков. В ночь на 1 февраля в уборке города было задействовано 557 единиц техники и 2680 уборщиков, включая дворников. Увеличили расход противогололедных материалов. Основная задача была за ночь – это обеспечение расчистки основного хода, чтобы возможно было утром движение общественного транспорта и пешехода. То есть, в принципе, предприятие задачи справилось, основная проезжая часть расчищена. Да, есть замечания по дорогам, которые касаются уже глубокой жилой застройки в частном секторе. То есть на данном участке предприятие перейдет днем. Сегодня днем количество сил и средств снова увеличили. Только в одну смену направили на самарские улицы 163 единицы дорожной снегоуборочной техники и 222 рабочих для уборки вручную. Да, конечно, очень сложно, но мы стараемся, изо всех сил убираем, как говорится, не щадя себя, своих рук. Очень стараемся, чтобы были проезжие части, пешеходные участки все очищены. В выходные дни почистил трактор вот так вот, до такого состояния. Чисто было. Ну и тут же снегопад начался. Вот хорошо, что здесь пешеходный дорожку расчищают, потому что ходили по сугробам. Важно, что приводят в порядок не только центральные районы города, но и отдаленные. Например, сегодня продолжилась уборка на улице Егорова в Куйбышевском районе. Улица хоть и не очень протяженная, но инфраструктурно значимая. Ведет к Пугачевскому тракту. Далее транспортный поток направляется к новому мосту Самарский, который соединяет Куйбышевский район с историческим центром. Специалистами нашего учреждения осуществляется жесткий контроль при содержании данной улицы для того, чтобы подрядчикам не были повреждены элементы уличной дорожной сети и их благоустройство, поскольку улица настолько отремонтирована и находится еще на гарантийно. Отметим, что на улице Егорова проложены надземные трубопроводы, и тяжелая техника должна маневрировать, чтобы не задеть коммуникации. Все это учитывается при организации работ, мониторингом которых занимаются не только специалисты, но и активная общественность. ОНФ на постоянной основе мониторит все жалобы и обращения граждан. Мы постоянно на связи с мэрией. На наше обращение быстро реагируют достаточно. Понятно, что снега за эту ночь выпало очень много, работы достаточно много. Ну, технику увидели сегодня, активно работает. Во внимание принимаются все замечания, в том числе полученные через соцсети. Накануне Центр управления региона в системе «Инцидент менеджмент» зафиксировал 37 сообщений по теме качества уборки снега на проезжей части и тротуарах в Самарской области. Информация незамедлительно доводится до исполнителей в муниципальных образованиях, берется на отработку муниципальным центром управления Самары и Тольятти. В зоне ответственности глав районов остается координация деятельности всех подразделений, своих МБУ, а также УКАТ, СЖ, ЖСК, ТСН и дорожных служб. Кроме того, службы благоустройства просят автовладельцев временно перепарковывать свои машины для своевременной расчистки дворов. За текущий сезон с территории города на специализированные площадки уже вывезено порядка 190 тысяч тонн снега. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.